господа, от лица руководства учителя конкурса, я как автор представляю вам модель-прототип, по которой впоследствии будет отлито 12 призов по 12 номинациям. Что можно сказать? Все вы знаете, что у нас в городе существует образ Трезини в виде памятника, члена жюри, авторство которого, члена жюри Павла Игнатьева, замечательный памятник, где Трезини, этакий разухабистый весельчак в шубе, достигший успеха, понимания, на вершине славы. Мы решили от лица основателей конкурса дать ответ своеобразному, уже существующему на сегодняшний момент образу. Наш Трезини только приехал в этот город, исполненный замыслов, которые олицетворяют кипа чертежей. Он остановился, наверное, на берегу Невы. Его встречает неприветливая северная холодная страна. Что его ожидает? Успех, разочарование или, может быть, слава? Но, как выяснилось, бессмертие. Давайте мы думаем так, что наш конкурс ожидает очень долгие и славные времена и, конечно же, успех.